Не только спортсмены прославляют Брестщину на сусветном узровне. Свою лепту уносят филателисты. У Брестском филиале предприемства «Белпошта» подсумовали сёлетние важкие перемоги этих стиплых, але вельми скрупулезных у своем захоплении людей. Вот так выглядала первая у свете поштовая марка. Ее заявление на лондонском поштамте у мая 1840 года выкликало небывалый ажиотаж. Не меньше назирался у городе на Темзе и у мая 2015-го. На международной филателистичной выставе с нагоды 175-годового юбилея марки с выявой королевы Виктории. С 1400 коллекций со всего света 6 представляли Беларусь, а 4 из этих 6 – Брестщину. Наместник старшине областного отделения Белорусского союза за филателистов Валеры Андраюк делится уражениями. Ему на престижном форуме пощастило побывать особисто. Брестский старшеклассник Павел Трофимук, школьница с Олтуша Надея Демидюк, барановицкий филателист Владимир Куник, старшиня Брестского отделения Белорусского союза филателистов Виктор Копать, усеянные переможцы и призеры престижной выставы. Подчас встречи у областном филиале Белпошты были уручены так само дипломы и медали национальной филателистичной выставы. Горжусь всеми своими победами, даже самыми малыми. Горжусь даже просто, где я участвовал и ничего не получил. То есть для меня это в любом случае гордость, что я смог, меня приняли. Максимум участвовать в мировых выставках, вот побывать в Лондоне. Не глядя ни на что, у век компьютерных технологий маленькая поштовая марка не страчивая своей магичной силы. Покуль есть пошта, будут и филателисты, уполнены поштовые работники, и это добро. Это распространение нашей продукции, продвижение нашей продукции, потому что для их коллекций издаем продукцию именно мы. Но мы своих филателистов знаем всех в лицо, мы с ними встречаемся практически каждую неделю, а то и по 2-3 раза на неделю. Ведь филателисты, они сами по себе очень интересные люди, это творческие люди. И для них интерес получить первыми какую-то марочку, которая поступила в продажу. Для них интерес, выбор, чтобы именно для этого филателиста был самый большой и самый широкий. Количество людей растет. Мы очень стремимся к тому, чтобы молодых было как можно больше, чтобы вместе с нами это все не закончилось, а продолжалось и росло, и ширилось это движение. Милости просим, приходите в наше общество. Мы готовы помочь. Алиса Григорчук, Татьяна Болтус, Тиграна Копян, областные новини, Брест.